Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». За минувшие сутки бригады скорой помощи совершили 217 выездов. Из них по поводу получения различного вида травм к медикам обратилось 8 человек. 13 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксирован один выезд, связанный с криминалом. Кроме того, 13 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. Два выезда оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 3 малыша. Один мальчик и 2 девочки. Стражи порядка убедительно просят горожан быть более бдительными. Любые разговоры с незнакомых номеров, особенно если они ведутся на финансовую тему, стоит немедленно прекращать. Обратитесь в отделение или сами перезвоните на горячую линию банка. Девятнадцатого августа инспекторы ГИБДД зарегистрировали 51 нарушение правил дорожного движения. 13 автолюбителей пренебрегли ремнем безопасности. 6 не имели документов. 1 попался в состоянии опьянения. 8 водителей были наказаны за чрезмерную тонировку транспортного средства. 3 за нечитаемые госномера. Еще 3 не предоставили преимущества движения.